ребят. Йоу-йоу. Раз-два. Всем вечера доброго. Да, можно мне минуточку, пожалуйста, внимание? Молодые люди, девушки, все, собственно говоря, пришедшие. Хорошо, раз это компания... Воу-воу-воу-воу-воу. Вообще обязательно. Собственно говоря, несмотря на компанию, которая решила пообщаться, мы, собственно говоря, проведем наши сегодняшние конкурсы. Собственно говоря, меня зовут Санек. Я представляю тату-салон под названием Тату-спот. Можете, в принципе, поаплодировать. И, собственно говоря, воу-воу-воу-воу-воу. Да, собственно говоря, всем пришедшим на вот эту мега-тусу, на этот классный собственный концерт, который еще не закончится и будет продолжаться после моего надоедливого морды и ебальца, так сказать. Всем, собственно говоря, внимание, всем пришедшим сюда, главное запомнить, в нашем тату-салоне, который опять же называется Тату-спот, будет всем пришедшим по паролю Tattoo4U. Все запомнили, Tattoo4U будет 5% скидочка. Собственно говоря, вот. Скромненько, а потому что вас сегодня мало. Сделали бы побольше репостов, может быть, и побольше на самом деле бы и скидочка была. Собственно говоря, человек-то 20. Вон, бум-бум. Даже ребята недовольны на самом деле. Почему вас так мало? Даже не шумите, не приветствуйте следующего группу. Вот. Правильно. Собственно говоря, для следующего конкурса мне понадобится два самых сильных молодых человека. Кто, собственно, готов претендовать на самого большого? Оп-оп! Первый басист, блядь, второй. Не, ребят, все, ребят, не, ну это не обсуждается. Смотри, двое зовут тебя. Меня зовут Петруха. Петруха, поприветствуем Петруху. Трактор. Трактор. Трактор, ни хрена себе, это уже заява на победу, ребята. Собственно говоря, для проведения этого же конкурса понадобятся две девочки, достаточно маленькие и легенькие. Вот, смотрите, одна уже подошла, ребят. Берем? Не, а ты в конкурс? Слушай, я думаю, мы возьмем ее. Хорошо, возьмем кому? Косяки будут раздавать. Косяки, а вот в конце посмотрим. Раз претендент, раз-два, все, два претендентки, говорите, как вас зовут? Рыжик. Рыжик, хорошо. И Мария Магдалина. Рыжик пойдет к трактору, нет, Мария Магдалина, елки-палки, нет, тут уже не вариантов, не вариант, нет, смотри, почти, не вариант, подходите, либо еще, о, Мария Магдалина, так, вот. Для следующего конкурса, ребят, я специально надел часы именно для этого. Так, соответственно, берем девочек на руки. Сколько? 4:20 будет еще не скоро, и мы попозже все это обсудим. Собственно говоря, будет минута. Должны удержать девушек на руках. Можно попросить вас немножко расступиться, чтобы ребятам, тяжелоатлетам, было место, как бы, соответственно, заняться своими снарядами. Собственно говоря, минута. Кто больше раз присядет, тот, соответственно, получит сертификат на татуировочку, удерживая своих милых дам на руках. Собственно говоря, через 4, ну, на счет 5, соответственно, пойдет время. Раз, два, три, 4, 5. Поехали! Раз, два, три. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ребята пошли вровень, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, ребят, 11, 11, 12, 12, ну-ка считаем, поддерживаем, 13, 14 вровень, 15, 16, 17, оп. 18, вот уже пошло, 19, 20, 21, трактор уходит, 22, 21, 23, 22, 24, 23, 25, 24, давайте, ребят, одно всего очко, 25, ребята, 26, и давайте последний, 27, еще один,
28! Отлично, ребята, на самом деле, благодаря вам обоим вы заслужили этот сертификат. Давай, краба. Трактор, я не знаю, может быть, это злой рок судьбы. Спасибо огромное за участие. Собственно говоря, сертификатик на 2 рубасика получает. Можно бы с трактором какие-то татухи вместе набьем. Напополам двойные, а об этом он нет. Молодец. Не вопрос, ребят, это уже договаривайтесь напрямую, как бы. А девочкам утешительный приз. И после. Ребята, ладно, хорошо. Девушки, собственно говоря, для девушек тогда, собственно говоря, следующий конкурс я сразу и провожу. Вот, по-моему, у нас 2 участницы, вот самые, которые рвались, собственно говоря, его провести. Давайте выходите, 1 и 2. Собственно, давайте для вас, именно для двоих, конкурс. Какой приз, соответственно, я думаю, он также вас порадует. Поборитесь за вот этот сертификатик на тоже 2 рубасика, раз вы так хотели. А вы выходите, а потом уже назовем конкурс. Так же же неинтересно. Так любая может согласиться. Раз вы так рвались, пожалуйста. Нет, почему? Я имею в виду, что вы должны были для Ани кидать, которую он таскал, потому что у нее отличный вес, что он выиграл. Конкурс был для мальчиков, хорошо. Теперь для девочек специально для вас выходите. Вам будет специальный, вот уже вот, оп, договорились, будет, собственно говоря, приз. Приз, соответственно. Хорошо, раз девушки стесняются, кто-нибудь еще? 1, выходите, пожалуйста. 2, собственно говоря, да, почему бы и нет. Вот, собственно говоря, призом уже за старание считается выход на следующий конкурс, собственно говоря. Опять же, мужская половина достаточно у нас прирядилась, я так смотрю, на самом деле это очень плохо, потому что у меня очень скудная фантазия, на самом деле, я не придумал хорошего конкурса, как у нас, соответственно, есть 2 прекрасные леди, соответственно, хорошо, да, конкурс талантов, окей, вот, отлично, спасибо, я дебил, не догадался, собственно говоря, конкурс талантов, вас как зовут? Карина. Карина, почему же так, собственно говоря, не уверен, давайте еще раз. Карина. Карина, отлично, поаплодируем, пожалуйста, ребят. Собственно говоря, еще раз, как вас зовут? Рыжик. Рыжик. Соответственно, еще раз аплодисменты Рыжику. Собственно говоря, конкурс талантов. Давайте, девчонки, у вас есть по минутке что-нибудь сделать такое, чтобы удивило ребят, которые будут кричать за вашу победу. Рано еще, дружище, рано, но поаплодируем этому веселому пацану. Он меня радует просто. Как-то тухло, ребят, я расстроен. Все, вы меня обещали. Давайте, считайтесь. Не, я не ресторатор, не буду так говорить, но если хотите, можете пошуметь. На камень-ножницы считайтесь, кто будет первый, собственно говоря. 1, 2, 3. Еще раз. 1, 2, 3. Собственно говоря, вы начинаете первый, раз вы проиграли. На счет 5, соответственно, пойдет минутка. Должны удивлять ребят, которые тут. На счет 5. 1, 2, 3, 4, 5. Собственно говоря, музыку. Ребят, давайте поддержим Рыжика. Бомби, барабанщик, ты единственный тут. Воу, ну, ребят, давайте поддержим хотя бы аплодисментами под еще по камновочку. Воу. Ну почему же так тихо, громче, орем, топаем! Оп, Карина подключилась, все правильно на самом деле. Хоп, уже фишку подхватила. И 1, 2, 3, минутка на самом деле закончилась. Разошлись, хорошо. Рыжик. Собственно говоря, не вопрос. Решайте тогда, кто будет лучший между ними в этой дисциплине.
либо Рыжик, либо Карина. Тогда они сейчас закончат свой танец и будете их поддерживать обоих. Воу-воу-воу, ребят. Да ну на. Вот это уже заявка на успех. Я, кажется, понял ее задумку. И на самом деле это будет не очень честно. Во-во-во, поддержим девчонок аплодисментами! Воу! Ну, ребят, это на самом деле, я в шоке, это ни разу не было запланировано, я в полном... Вот, кажется, кто-то знал, тут руками машет. Ребят, ну, на самом деле, я ушел отсюда. Нет, ребят, хорошо. Затем сиськи, затем и победа. Хорошо. Не, ребят, как минимум мы должны наградить их аплодисментами, причем в огромных количествах, я бы так сказал. На самом деле, я думаю, мы тогда сократим серьезно, вот. Я не знаю, вот, что делать. Меня поддержат, да? Да, да, меня поддержат. Девчонки, на самом деле, как хотите, но... Но, как бы, я не знаю, что сказать. Еще раз аплодисменты, я в полном нахуй вообще. Все, можете быть свободны, вы меня смущаете. Мне просили вас стрёмно появляться на сцене, я не такой охуительный. А у вас, вы мужики, ребят, ну, как-нибудь давайте по-пацански. Замяли потом все этим. Так, собственно говоря, мне, собственно, опять же, нужно будет пару человек для следующего конкурса. Итак, это может быть, в принципе, девочка, мальчик или кто-то, кто не определился, в принципе. Давайте три штука, я отворачиваюсь, тут стоят вот трое. На счет 5 поворачиваюсь, уже стоят, не очкуют, я кун не кусаюсь. Раз, два, три, 4, 5. По ходу дела у этой девочки реально есть яйца. А вы все очкошники, фу, еще раз дно. Смотрите, девчонка на победу по ходу дела претендует. Короче, я поворачиваюсь, тут должен стоять третий. У Рыжика будет рукав, я думаю, да? Кстати, очень даже гарантируется. Я еще раз отворачиваюсь до 5, тут должен стоять до. Я не знаю еще пока, насколько вы меня удивите. Раз, два, три, 4. Анастасия. Я не слышу, почему ты должна быть тут. Просто. Просто так. Анастасия. Держим аплодисментами Анастасию, ребят. Настасья. Настасья! Рыжик, вы станете посерединке двух и загадайте желание. И может именно этот сертификатик достанется определенно вам. Определенно, не факт. Собственно говоря, аплодисменты опять же. А можно мне тоже попить? У меня уже сушняк с вами тут болтать, короче. Фу, вы меня утомили на самом деле, короче, вот. Собственно говоря, для следующего конкурса правила наиболее простые, просто как никогда включаем свою детскую логику, смекалку, обаяние. Все писали стишки в каком-то там классе 3-м, 5-м, ну кому мозг позволил пораньше, кому попозже. Никто не писал стишки, да ладно, даже я писал чуть-чуть, вообще пиздец, жутко на самом деле звучало.
Собственно говоря, у нас задача сделать слоган для нашего тату-салона. Опять же, кричу, он называется «Тату-спот». Вот, именно надо как-нибудь сделать слоган, стихотворение, либо что-то сделать так, чтобы мне понравилось. Точнее, не мне, даже, опять же, людям, чтобы они поорали за вас. Собственно говоря, я думаю, 1,5 минутки дадим девчонкам. Сразу досрочный ответ вам 1,5 минутки. Ребята, можете сарямба поиграть. 1,5 минутки. Хотя не. Давай, Настюх. Тату-спот всех забьет. Тату-спот всех забьет. Всех забьет тату-спот. О, покричали как-то не особо. Я что-то ни о чем по ходу дела. Слушай, у тебя, ладно, есть еще 1,5 минуты подумать. В принципе, уже 1,5 минутки прошло, девчонки. Если в смысле, ну пока выступал человек, я же сказал, 1,5 минутки прошло, пошло. Да, да, да. Соответственно, у нас пока есть одна претензия на победу. Тату-спот, что всех забьет. Логично, просто, броско, резко. На самом деле, я бы зашел как минимум поугарать. Собственно говоря, осталось 15 секунд. Опять же, да. Кто-нибудь первый. И 4, 3, 2, 1. Давайте. Давай, тебе я? Блин, давай. Слоган любой, который придет в голову. У нас Сталлон тату-спот. Он что-нибудь может сделать, куда-нибудь уйти или... Тату-спот забьет всех, у кого красноречивый рот. У кого что? Я не расслышал. Красноречивый рот. Забьет всех, у которых есть красноречивый рот. По-моему, на самом деле это плагиат. Ну ладно, засчитано за... Можно поаплодировать, кто хочет. Он забьет всех, у которых есть красноречивый рот. То есть меня как бы активно пользуюсь. Можете посмотреть немножко там. Раздеваться не буду, ну ладно. Все, просто выбываем, просто так. А как же мечта о рукавере? Вообще, ну... Собственно говоря, тоже аплодисменты. Попытка, она не пытка. Собственно говоря, у нас есть 2 претендента, за которого будете голосовать, собственно. Покричим раз, покричим два. Покричим раз. Покричим два. Ну, ребята, все равно спасибо за участие. Собственно говоря, ой, как неожиданно. Ой, спасибо. Приходи, конечно, в любое время будут наши двери для тебя открыты. Ладно, я не буду раскрывать секретов. Собственно говоря, есть последний конкурс. Я вообще забыл нахрен, что это за конкурс, нахрен. Вспомнил, ребята, пошумим! Отлично. Мне нужно, собственно говоря, до хрена народу. Сколько хотите, выходите. У вас есть 10 секунд, участвует. До хрена народу. Опять же, раз, раз, два. Сколько хотите, выходите. Это конкурс на массовое производство. Все. Опять. Раз, четыре. И выходи. Раз, два, три, четыре, пять. 5 человек вышло, ребят, все, 4 дисквалификации. Ну, смотри, все, опять же, в бой. В принципе, с кем мы не знакомы? Мы не знакомы с вами. Юлия. Юлия, давайте, пожалуйста, поддержим аплодисментами Юлию. Елки-палки, ребят, давайте уже соберемся. Вы что, как вялые мухи, могли бы выйти все. Конкурс для всех, сертификат последний. Ребят, на самом деле правила простые. Есть татухи? У тебя нет татух? Я не знаю, что тебе не ответить. Следующее. Есть татухи? Нет татух? Да ладно, да ну нафиг, ребята. Есть татухи? Есть татухи? Душевно поддержим. У нее есть татухи, наконец-то. Есть татухи? Да ну нафиг. У тебя тоже есть татухи? Блин, а хрен знает, может исключить вас двоих. Ну ладно, пофиг. Раз вышли, в любом случае, лайк за старание. Правила простые, девчонки, абсолютно все в натуре, девчонки, пацаны, чего очкошники такие-то, могли бы забиться на халяву, ебаный карась, все, хрен с вами, короче, девчонки, собственно говоря, 2 минуты,
по очереди называйте, либо если уже все забыли в последнюю очередь, когда я считаю последние секунды, выкрикиваем название стилей татуировок, именно стилей татуировок, которые существуют вообще в мире. Все, смотрите, уходит. Раз, два, две. В натуре не устранились. Ладно, хорошо, раз вас двое, полторы минуты. Это, я думаю, долго не будет. Там за полторы минуты даже я не все не перечислю. В общем, полторы минуты, соответственно, на счет пять полторы минуты идут. По очереди называйте. Если уже все, застопорились все обе, в последние секунды можете оставить какой-нибудь там на потом, такой козырный, бля, буду, его не назовут. Просто выкрикиваешь и получаешь. Собственно говоря, на счет 5 пойдут. Раз, два, блядь, будет 3, 4, 5. Пошли полторы минуты. Раз. Лайнворк. Лайнворк. Традик. Дотворк. Олд скул. А домашняя татуировка может? Партаки не считаются. Только пиздатые татуировки. Считается? Считается похуй. Домашняя татуировка. Акварель. Ну ладно, акварель. Художественная татуировка. Реализм, реализм, реализм. Реализм. Дотворк. Хуй знает, есть такой стиль. Просто неизведанная залупа. Я думаю, нет, хуй знает, не вкатывает. Есть? В подвалах били. Вообще дикий андеграунд, похуй, хуй знает, прокатывает. Давай, твое. Трэш-полька. Трэш-полька. Вообще, на самом деле, пиздатый, но у меня его пока нету. Точечный, я не помню, как называется. Ну-ка, на точечку. Точечный, это что у нас? Четкость. Давай, подсказываю, четкость. Нет. Девочек. Ладно, хорошо. Блэк Ворд, ну Блэк Ворд, блин. Блэк Ворд! Давай, быстрее! Нахуй! Традиционная, это тут традиционная. Традик был, давай! Альтернатива Традику, давайте, девчонки! У вас по ровну ответ! Блэкуха! Блэкуха была, давайте, напрягите свои ёбаные извилины! Пиздец, ну ребят, ну мне просто стыдно вообще, нахуй вы вышли, была акварель, была блэкуха, была олдскуха, была чернуха, подвал стоял, вот как девочка сказала. Японская стиль, блядь! На, ты заслужила, ты думала, ты все, вы все, девчонки, большие аплодисменты для вас. Все, я больше вас не буду заебывать, ребята, играйте. Индонезия.
Пока мы настраиваемся, я хочу сказать, что с вами группа Crimson Caravan. Последняя сегодня. Спасибо тем, кто выжил. Мы уже почти готовы. И у нас, как обычно, вишенка на торте. Такая тягучая, успокаивающая, тяжелая, жирная музыка. Пошумите немножко. Чек, чек. Раз, два, три, чек, чек. Чек, чек. Проверим звук, а потом мы отправимся в путешествие по пустошам. Чекаем. Давай с голову. Not even the Carrion Eaters are interested in your radiated corpse. We'll be right back.
now! The father goes on strong. The plan grabs a bully in harmony. We will become a single world. With the zebras of apology.
Спасибо. If a warning siren sounds, what should you do? Look for cover, the nearest cover. Don't try to make it home unless home is the nearest place to go. Don't hesitate. Find cover. Everyone is in on this. Strangers will understand. Finding shelter quickly may save your life. If you can't get into a house, get behind a wall or a steep embankment, on the side, away from the city. Civil defense teams will go into action immediately. If you're home, you've work to do. We'll be right back.
is the nearest place to go. Don't hesitate. Find cover. Everyone is in on this. Strangers will understand. Finding shelter quickly may save your life. If you can't get into a house, get behind a wall or a steep embankment. On the side, away from the city. Everyone is in on this. Strangers will understand. Finding shelter quickly may save your life. If you can't get into a house, get behind a wall or a steep embankment. On the side, away from the city.
Not even the Carrion Eaters are interested in your radiated corpse. Possession like that. Here are many reasons to
Orders are to be obeyed, not questioned. Go! We'll be right back.
on the sense. Спасибо большое. Это было все, что у нас есть для вас. Караван сегодня привез все, что поместилось. Ребят, всем спасибо, кто выжил. Приходите к нам еще, Каменный Петербург, Стоунер Гик. Все, а можно микрофон потушить?